Вот посмотрите этот ролик. Этому ролику больше 70 лет. Почему? Зачем все хотели завоевать Россию? Это Россия. По размерам самая большая страна в мире. Запасы сырья не ограничены. Население 193 миллиона человек. Вот три причины, по которым завоеватели в прошлой исторические эпохи покушались на Россию. Вот причины, которые заставили завоевателя современного написать следующее. Когда мы говорим о новых землях, мы говорим о России. Сама судьба направляет нас в этом направлении. Адольф Гитлер. Это информация. Это информация к размышлению. А достоин ли этот народ, который населяет эту страну, владеть такими богатствами? За что ему такое? Кто им дал такое право владеть вот всем этим, когда существуем мы, более достойные? Вот послушайте, как это звучит сегодня. О какой мировой справедливости может идти речь, когда такая богатая территория, как Сибирь, принадлежит одной стране? Мадлен Олбрайт. Кондолиза Райс. Сибирь слишком большой регион, чтобы она могла управляться одной страной. Джон Маккей. После незаконного признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, страны Запада должны подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни. Збигнев Бжезинский. Россию необходимо разделить на части. Тогда она будет состоять из рыхлой конфедерации Европейской России, Сибирской Республики и Дальневосточной Республики, которым по отдельности было бы гораздо легче устанавливать тесные экономические отношения с Европой, новыми центральноазиатскими государствами и с Востоком. Однако какая-либо интеграция России в расширенный мировой порядок Запада невозможна. А теперь послушайте другие цитаты. Как они рифмуются. Всю территорию России нужно разделить на ряд государств с собственными правительствами, готовыми заключить с нами мирные договоры. Это указание Гитлера после доклада ему 3 марта 1941 года плана нападения на СССР, плана Барбаросса. Надо разгромить русских как народ и разобщить их. Для этого разделить территории, населяемые русскими, на различные политические единицы, собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждой из них обособленное национальное развитие, народам этих районов внушать, чтобы они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву. Б. Учредить особый имперский комиссариат на Урале, проработать вариант отделения Северной России и Центральной России, вести подготовку по возможности на разделение и обособление составляющих ее частей. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Это дополнение к генеральному плану Ост.